Евгений, поздравляю вас с открытием выставки сегодняшним. Вы у нас, наверное, не бывали еще, да? Первый раз я в Екатеринбурге. Какие-то впечатления есть? Мне все нравится. Ну, музей у нас хороший, правда? Так уж я напросилась. Хочется задать несколько вопросов вам. Ну, во-первых, мы, конечно, удивились, что вы такой молодой, потому что тут в основном художники наивного искусства, они уже в возрасте. Но у вас немножко особое искусство. Вот у меня, когда я уже прошлась немножко, такой вопрос появился в голове. В общем, такой жанр у вас, который вполне можно было бы как-то сделать менее затратными средствами, да? То есть, ну, нарисовать и потом выложить куда-нибудь в интернет. А вы прямо большие холсты делаете. Это же, в принципе, краски, материалы. Почему? Почему вы выбрали именно вот такую технику? Это все очень просто, потому что нравится. То, что нравится, нравится именно так, а не иначе. Конечно, со временем подход, он может меняться, но все-таки вот этот вот основополагающий принцип родионовской росписи или родионовской живописи, как я сам это называю, они все равно остаются. Это, прежде всего, такое двойное, тройное дно. С первого взгляда человек может улыбнуться, да, засмеяться, выхватить, как бы сказать, то, что на поверхности, но я думаю, что если задержится чуть-чуть взглядом, то наверняка найдет вот этот вот скрытый, какую-то скрытую историю, сюжет. Потому что сюжет и история. Я раньше себя называл художником-повествователем, то есть мне интересно было рисовать и рассказывать картины. Сейчас и на картинах, на первых, которые я рисовал, там, много лет назад, там были прямо целые такие маленькие рассказы, много-много текста. Постепенно от этого отошел, и этот текст я как бы проговаривал про себя, когда рисую. И вот, например, в серии вот 17-го года «Баба-башня девчата», вот в этой вот сказочной серии, там вообще, если зритель расположит картины определенным образом, да, он может сказку придумать самостоятельно, поменяют эти картины, и сказка другая. Понимаете, это как такие иллюстрации. Поэтому вот, почему так? Ну, потому что нравится. И, может быть, не умею по-другому. Ну как, в графике же можно было это сделать? Я долгое время занимался графикой, но потом решил перейти. И сейчас тяжело обратно перейти. Я пробую, но понимаю, что мне лучше. Просто захотелось. Да, но большие ведь полотна, это же нужно где-то их хранить. Я не знаю, как-то сложности, наверное, с этим возникают. Это все решаемо. Вот, чувствуется человек молодой действительно. Еще такой момент хочу отметить. Вот искусствоведы, они такие вредные люди. Я тоже искусствовед, у них в голове сразу, знаете, вот нужно на какую-то полочку определить. Но тут даже не это. У вас полочка отдельная, это несомненно. Но все-таки почему-то вот ассоциация возникла, например, вот с тем же Васей Ложкиным. В чем как бы я вот вижу вообще, что у него тоже выбранный какой-то типаж, да, который он все время использует. И тоже, в принципе, в графической манере он пишет именно вот полотна такие большие. А вы не задумывались никогда о том, что вот вы там с кем-то вот, вы кому-то хотите как бы немножко подорожать? Или не подорожать, а просто на кого-то похоже? Человек всегда с чем-то сравнивает. Он предполагает, что так ему будет проще что-то познать, да, вот это есть, да, все познается в сравнении. Но можно попробовать предположить, что это не так. Вот, и перестать это делать. Поверьте, будет намного интереснее воспринимать жизнь без сравнения. Ну, это уже профдеформация. Вот. И поэтому то, что делает
Вася Ложкина – это очень замечательно. И вы знаете, что его искусство, оно очень близко по духу к искусству колдовских художников петербургской художественной секты, да, во главе с Николаем Копейкиным. Мультреализм, который они пропагандируют. Мне посчастливилось прикоснуться к этому движению. Я участвую в выставках групповых. И мы похожи, да, но все мы разные. Да, у нас у всех по форме есть картинка, есть текст, да, название можно не читать на экспликации под картинкой, это можно прочитать на картинке, но все разные, все мы делаем то, что хотим делать мы. То есть, и никто ни на кого не похож, суть по сути дела. Так что, мне кажется, в творчестве художника все равно его какая-то внутренняя сущность же выражается. Ну вот у Васи-то есть злые картинки, а у вас вот они больше... У меня были. У вас добрые. Ну, по крайней мере, здесь. У меня были. Да. Просто на самом деле, я стараюсь делать так, то есть какими-то этапами такими делать. То есть вообще первая серия, которая живописная, с которой я начал, это была серия под названием «Пейте, пейте». То есть там был такой вообще художественный трэш на тему алкоголизма. Вот. И там было все. И после этого просто поставил жирную точку. Вот на этой теме и на той форме, в которой это было подано. И стало интересно, потому что тебя уже как бы ты открываешь что-то новое для себя. Оно может быть кем-то уже давным-давно открыто. Но я же не сравниваю, я же этого не знаю. Поэтому вообще изобретать вот эти велосипеды – дело очень интересное. Ну и не всегда полезное, результативное. А вот скажите… А это какие велосипеды ты изобретешь, понимаете? У вас такие славные тексты. Вот в связи с этим вопросом у меня возник. Ну, он такой как бы не оригинальный, наверное. Что вначале, текст или… рисунок уже, то есть что из чего, или вы нарисовали и придумали текст, или у вас возник этот текст и потом уже рождается картина? Это, честно говоря, всегда по-разному, и всегда по-разному бывает, и сначала фраза, бывает наоборот, но никогда не бывает такого, что я сажусь без мысли в голове, просто с кисточкой в руках, я это пробовал, ничего хорошего не выйдет. Просто вот иногда это делал поначалу. Сейчас что-нибудь родится. Ну я же вот с кисточкой в руках, я же с карандашом в руках. Вот он, чистый холст, пожалуйста. Нет. Подумай. То есть вдохновение как-то. Подумай когда? Сначала, походи, вот выстрадай. А тексты, кстати, они такие не банальные, очень оригинальные. Сейчас же много придумывают. Иногда даже думаешь, прочитав, откуда вообще это взялось у вас в голове. То есть какой-то ведь был, наверное, вот мотив или толчок к этому. То есть... У меня дома есть секретная тайная комната. В ней нет окон и в ней нет света. Но я там храню грабли. Их порядка 10 штук. И иногда, когда я чувствую, что вот стопор, да, и нужно, я не знаю, что делать, да, я захожу в эту комнату и хожу по ней. И грабли периодически меня стукают по лбу. Класс. И в момент удара вот рождается сюжет, рождается картина. Это на самом деле? Конечно. Нет, я никогда не обманываю. Слушайте, вот. Здорово. Такое я вообще не слышала еще. И, собственно говоря, болезненный этот процесс, но он того стоит. Супер. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы приехали, привезли нам такую замечательную выставку. Спасибо. Мне очень понравилось, как здесь все это в музее выглядит, потому что дома это все равно где-то лежит, что-то висит, а вот когда это все вот ярко, сочно, это, конечно, здорово. А тогда вот еще как бы не было вопроса, и тут появился, это у вас персональная первая выставка, нет, или уже были? Нет, не первая. В музеях тоже, да? В музеях не первая, ну, были выставки в музеях.
Много. Вообще, мы с первой выставкой в 2014 году у меня была. И периодически я, наверное, в год, может быть, 3 раза выставляю. Я как художник-передвижник люблю передвигаться с картинами. Это правильно. Вот картины, например, из этой серии «Баба, барышня, девчата», они попутешествовали на 5 или 6 городов. А сколько всего у вас картин, хотя бы примерно? Не считал, ну, много, наверное. Вы легко с ними расстаетесь? Да. Ну, здорово. Ну, спасибо еще раз. Спасибо вам большое.